Доброго времени суток зрителям и гостям нашего канала. С вами Роси, мы продолжаем играть в игру Imperial Glory. Ребят, уже больше месяца не было видео по Imperial Glory, и я посчитал, что просто я обязан его снять, поэтому сейчас мы с вами немножко поиграем, проведем нашу великую империю дальше. Так, вспомним, на чем мы тут остановились. Значит, пища у нас уже хорошая, чем? Завершим ход в любом случае. Если я не ошибаюсь, я вроде хотел сделать, так сказать, небольшую. Ага. Хорошо, давайте вступим с ними в союз. За 36 тысяч, почему бы и нет. Это время мы пока потратим на усиление своих позиций. Нам наши войска нужно немножко будет переквалифицировать, переобучить. Итак, господин наш союзник Испания платит стране Португалии. Да хорошо, ради бога. Конюшни построены в регионе Египет. Элитная кавалерия исследована. Так. Позволяет занимать Центральный банк. Да, у нас с деньгами, в принципе, так все хорошо. Давайте элитный литейный цех лучше возьмем. Так. Измайловские гвардейцы. Это у нас самый последний вариант. Так, кавалерия. Нужно сначала построить это, что-то я так собрался. Торговый порт, военный порт строится. Министерство, улучшенный литейный цех, здание логовой полиции. Вот эти аэролитные конюшни. Обязательно потом поставим. Так, обновим. Что здесь у нас? Полный. Мы тут что-то рекрутируем. Нет никого в Саксонии. Ну ладно, пока пускай никого не будем рекрутировать. Полный. Тоже полный, не помню. А, все, я вспомнил, я их вывел для того, чтобы усилить наши позиции, чтобы не допустить нападения на Восточную Пруссию с моря. Здесь почти полный. Но это мы сможем укрепить вот с помощью этого гражданина. Так, кого нам бы загнать? Наверное, вот так сделаем. Этого хлопца выведем. Нам пока еда позволяет это делать, поэтому мы так сделаем. Вот так, пока его переведем сюда. Сицилия тут что-то активно, вижу, подступает к нам. Здание. Так, во второй меня интересует улучшенная военная академия, современные госпитали, улучшенные казармы, конюшни, пограничные посты. В общем, Египет нужно, я вижу, подымать с колен, причем конкретно. Так, Анатолия у нас почему-то полностью без защиты. Осталось. Так, на передовой. На передовой все пучком. Мы можем даже сделать вот так, чтобы они были вот так, полностью укомплектованы. У нас тут ребятки. Тут у нас что-то гасится, да? Угу. Ну, тебя можно сюда пока перекинуть. Сиди пока в этом. Здесь что? Этих хлопцев, если я не ошибаюсь, я вел на переобучение, скажем так. Давайте мы сейчас сформируем ему вот так. От него заберем ребят. Я пополнить их не смогу, поэтому, скорее всего, их распустим. Хотя в двух сражениях участвовали ребята. Две звезды. Ладно, егеря пускай будут.
пускай будет здесь, завершаем. Значит, следующим нашим этапом, наверное, лупанем Тунис, Папскую область, и я бы хотел Австрию лупануть, оставить им только столицу их, а вот эти две территории можно было бы забрать, и пусть бы себя здесь сидели. И у британцев нужно забрать Ганновер и Данию, полностью их выдавить с этой территории, хотя там где-то еще Франция сидит, надо это не забывать. Полковник Абдул-Паша Триполи, давайте, может, попробуем через мирную у них забрать их потом. Пропускаем ход. Конечно, все это можно было бы закончить намного быстрее, и я думаю, что если когда-нибудь в жизни будет сезон по Imperial Glory, третий, я имею в виду, то есть за кого-то еще, помимо Пруссии и сейчас России, то я постараюсь его закончить максимально быстро. Улучшенная военная академия построена в регионе Египет, шикарно. Это просто хорошо. Мы здесь можем рекрутировать полковника, снабдить его войсками, это будет ППЖ. Вот, и я же говорю, что следующий сезон я постараюсь пройти максимально быстро, за спидранить, скажем так. Хотя многие ребята писали, что хотели бы посмотреть прохождение модификации к Imperial Glory. У меня была попытка за Швецию, но она не увенчалась успехом, если честно. Ну, вы, я думаю, прекрасно это видели. Почему-то я там не тянул совсем. Хотя, напомню, что я играю на самом максимальном уровне сложности. Порт построен в Петербурге. Давайте посмотрим экономический. Ну, тут все красиво. Только вот здесь почему-то. А, нет, тут все тоже красиво. Тут все тоже красиво. А, нет, вот незадействованные пути идут. Хорошо. Давайте построим здесь бригантину, потому что тут есть торговый порт. Не знаю, почему так. Так, ладно, военно этот. Что у нас тут? А, я тебя не докомплектовал, да? Я извиняюсь. На тебя из малых гвардейцев сейчас срекрутируем, тебя дадим. И пойдешь туда на передовую, почухаешь. Я хочу вот этот кусочек Британии, который находится у нас здесь, находится у нас на материке Ганновер, Австрию, я хочу их лупануть именно элитными войсками, просто разорвать их. Новый командир в Египте ожидает. Хорошо, пусть ожидает. Рад за него. Здесь тоже неполный хлопец стоит. Забери гаубицы, так и быть. Так, а вас мы укомплектуем. Кто тут из вас лучше стреляет? Арабская легкая пехота, да? Хотя вот эти неплохо дерутся, да? Давайте, наверное, вот так и вот так сделаем. Думаю, так будет лучше. У нас тут кто сидит? Шлюп Александр, ну пусть сидит. Ожидаем. По 500 еды у нас капает. Потихонечку копим еду. Провизию, пищу. Как хотите, так и называйте. Для того, чтобы потом можно активно было вести боевые действия. О! Смотрите, появилась Пруссия. Она вернулась.
Перепусть освобождена. Госпитали построены. Отлично. Консульство построено в Триполи. Пехота там готова здесь еще. Будет долго. Так, по миссиям. Вы заблокируете на год все торговые маршруты империи, с которыми мы состоим на кучу отношениях. Давайте, кстати, выполним эту миссию. Что еще по миссиям есть? Минское соглашение, революция в медицине, владычество Мари, железная дорога, метрическая система. Дает 3 научных достижения в течение 3 ходов. Гавань Триполи, морская торговля с портом Венецианская гавань. Ну вот гавань Триполи, где у нас вот. Военный порт, корабли в порту. Неаполь. Военная гавань Неаполь. Палермо. Хорошо, давайте так. Торговый порт. Торговый порт Венеция. Торговый порт Триполи. Ладно, сейчас кое-что мой кораблик появится, и труба вам всем будет. Завершаем ход. Триполи меня раздражает своим таким бестолковым флотом, в котором сидит пару коллег. Уже на данном этапе игры, в принципе, никто мне из них не ровня. Если до этого можно было кого-то опасаться, то сейчас... То сейчас, в принципе, мне опасаться некого. Ну, некого. Никто из них не представляет для меня какой-то угрозы. Ты кто? Ты ж торговый, да? Ну да. Вот сюда плыви, братан. Вот так вот. Так, теперь надо туда еще послать, скажем так. Хотел сказать, запендюрить, но... Так. Сказал бедняк. Значит, отряды. Корабли в Египте. Давай мне еще надо 3 бригантины торговых, чтобы мы могли здесь построить торговый путь. Завершаем ход. Очень сильно я просел с этим выполнением заданий по ресурсам, именно по дереву. Да и по населению, что-то по всему просело, в общем. Какое-то бестолковое по факту было достижение, точнее миссия. Заблокировали мы торговые пути для Австрии. Австрия и так херня. Вы знаете, надо как-то заслать сейчас корабли туда, посмотреть, что там вообще у Франции происходит. Мне интересно. А, у меня еще уходит бешеное количество этих, потому что я там же стройку в столице веду. Точно, точно, я и забыл. Так, все, братан, возвращайся туда. Так, что тут у нас? Все укомплектован, отдыхайте. Так. Где тут мои кораблики? Вот так вот хочу сделать, посмотреть, что там. Здание. Не хватает, да? Не хватает, не хватает. Ну да ладно, подождем.
Франция для меня недосяжна, не вижу, что там происходит. В прошлом прохождении еще Испания, кстати, доставила мне небольших таких проблем, скажем так. Но на то время все равно последние из магикан, кто выжил, это были именно британцы. Со своей королевой. Шел на казармы в Египте построены. Отряды. И кого я тут улучшенных могу построить, точнее нанять, даже не знаю, ребята, что делается. Кстати, здесь у меня порядок, современный госпиталь вот можно возвести. Так, чья это земля? Почему, блядь, не вижу, чья это земля? Неужели? По цвету похоже на вот этих бестолковых ребят с Сицилии. Это просто тогда будет разрыв всех шаблонов. Королевство Сицилии так себя хорошо чувствует на этом этапе игры. Уже пора, как бы им вообще должно, надо было откинуться. Сейчас посмотрим. Переставляют вот эти свои шашечки туда-сюда, как будто это им поможет. Отлично, спустили торговую эту. Ну а что ты? Вот так. Есть такое дело, теперь надо будет сюда. Очень мало ресурсов у меня, очень мало. Я думаю, если я ударю по Австрии на эти две территории, то в любом случае потянутся войска со столицы и будут пытаться контратаковать. Вот этих ребят я говорю. Тут серьезные войска. Тут нет. Венецию я сразу заберу. И Ломбардию я сразу соберу. Вот они со столицы потом пойдут в ответочку по мне. Ой-ой-ой, смотрите, как у нас тут бухольца очень мало людишек. А я что-то так расслабленно себя чувствую. Так. А что, я тебя не могу? А, ты ж на соседней этой, да? Ладно, тогда сделаем так. У тебя возьми себе вот так, а ты себе вот так. Во. Ну, по-православному, так сказать, разберемся. Так, братан, надо тебе как-то прислать войска в подмогу. Значит, тебе надо конницу поменять, да? И думаю, одну артиллерию добавить. Здесь ни того, ни того нет. Давай тогда гусар тебе, это мы тебе пришлем. А где там-то миссия бестолковая была? Вот сухопутная торговля с городом Рим, Мадрид. Нет, не та миссия. А это чё? В течение одного года 11 ходов исследования будет вестись. Вот это мне надо. Морская торговля с портом Александрийская гавань есть. Три корабля класса шлюп в порту. Три отряда типа легкая пехота в гарнизоне. Вот это мы сделаем сейчас. Три отряда легкая пехота в гарнизоне. Три отряда легкой пехоты. Отряды
арабская пехота, легкая, арабская легкая пехота, обычно, где я могу возвести такое. Вот, легкая пехота, раз, два, три. В Молдавии их наймем. Так, и типа шлюп. Один есть. Отряды, корабли, шлюп. Все, ждем. Это просто хорошая, очень хорошая тема. Мы сейчас быстренько сможем прокачаться. Британия напала на Швецию. Ой, на Швецию, я извиняюсь, на Пруссию, на Пруссию. На пруссаков напала Британия. Решила вернуть свои земли обратно, захваченные ранее. Угу. Элитные конюшни построены, шикарно. Итак, отряды, кавалерия, о, царские гвардейцы, ну вот они красавцы, три хода рекрутируются, почти по 2500 ресурсов стоят. Попозже, ребяточки, попозже, сейчас я построю свои кораблики, выполню задание, поизучаю всякие штуки-дрюки, и потом будем. Ну, Пруссия не отобьется, конечно же. Пруссия не отобьется. Эту британскую заразу нужно выбивать с нашего континента. Они мне очень не нравятся. Бейк Сицилии и Триполи считает за 17 тысяч. Я согласен. Новое украшение нашего флота, корабль Мстислав, был спущен. Хорошо. Так, есть у нас новый, еще один торговый. Есть такое дело. Миссион, что там у нас? Ну, два корабля класса шлюп в порту. Третий. Пехота в гарнизоне. Хорошо. Ну, вот военный порт. Шлюп. В чем проблема? Военная гавань. Военный порт. Ну, они в порту. Че не так-то? Ну, в Молдове легкая пехота. Ну, понятно, она еще одна. Подождем. Пару ходов подождем, посмотрим. Что-то я не могу понять. Ребятки, если кто знает, подскажите, в чем загвоздка, что я не так делаю. Может, надо именно своей легкой пехоты, а не наемной. Ну, корабли я свои строил в столице. Государство Великобритания захватило столицу государства Пруссия. Пока ее столица находится под властью захватчиков, империя будет считаться порабощенной и не сможет принимать участие в международных делах. Ну и кто тут остался? Полные отряды. Только что воевали, полные отряды. Ну, отряды бичевские, конечно, но... Так. Я хотел на передовую послать трошки... Ребят, значит, вылазь, забирай с собой вот этих всех хлопцев и веди их сюда, значит, этого сюда забирай, вот так, вот это так, во, вот так будет получше немножко, не скажу, что прям вообще идеально, но будет получше. Генералу русов. Ну, в принципе, то, что ты тут тусишь... А, не, хотя надо. Давай мы, знаешь, как сделаем. Мы сейчас
вот этих всех правых пацанов перекинем. А то потом сюда. Такую вообще массовую перебросочку сделаем. Вот так. Все. А тебе мы не расстраиваемся. Мы тебе сейчас новых хлопцев туда закинем. Отряды. Мы тебе туда закинем. Нормальных ребят тоже. Гусар. Гренадеров. И драгунов возьмем тебе. Чтоб ты себя нормально чувствовал, не переживал, что ты одинокий бродяга, люби Казанова. Австрия, Австрия. Ух ты! Франция объявила мне войну, скорее всего, как я понял. Судя по счетчику слева сверху, Франция объявила мне войну. Господин, Франция начинает войну с одним из наших союзников. Согласно условиям Оборонительного союза, мы объявляем агрессору войну. Хорошо, это прекрасно. Это прекрасно, я считаю. Мы бы могли, ребятки, сделать, так сказать, разведку боем. А именно, мы сейчас возьмем и генерала Каминских вместе с генералом Михельсоном запендюрим. Ну что такое? Ну что ты? Не хочет. Ладно, хотя бы так. Мы сейчас их запендюрим в разведку, так сказать. Разведку боем мы сейчас им сделаем. Так, эти рекрутировались. Сейчас попытаемся высадиться во Франции. И заодно посмотрим, что там она из себя на данном этапе представляет. Так. Здесь в отрядах надо будет тоже нанять пехоту. Прежде чем нанимать пехоту, надо будет построить какие-нибудь им, не знаю, что ли, получше. Так. Улучшенные казармы. Тут мы в зданиях. Это все так вот, пускай все строится. Вот, сейчас попробуем провести разведочку боя. Высадимся на территорию Франции, если такая там еще осталась, таковая точнее. И посмотрим, что мы сможем сделать. Пока Франция не передумала, может какую-то территорию на шару отхватим. Ну, это не точно, конечно, но попробуем. Просто из этого грубого тумана войны я не вижу, что себе представляет Франция. Может, там вообще как бы одна босса на территории никому не нужна. И она хочет расшириться, и поэтому... Так, еще один кораблик построен. Господин, у нас не хватает. Ну, понятно. Это, в принципе, я не удивлен. Так, миссии, что там? В каком порту? Если нам удастся накопить ресурсы, необходимые для организации экспедиции в Египет, мы сможем отыскать Терзийский камень. Эта находка выдвинет нашу страну. Египет, да? Не понял. Доступна армия, сидим войска, Петербург, Курск. Короче, понятно. Это, походу, надо в Египет перекинуть. Блин. Ну шо, молдаване, тогда сейчас еще третий отряд, дам вам какого-то офицера и почапаете. Мы даже сделаем так. Мы его выведем. Так, это что? Шлюп Европа? Давай, Европа, передвигайся сюда. Так, тебя заберу. Ты останешься здесь. Да, ждем, ждем, хорошо, ждем. Пока ждем. В общем, сейчас молдаван перекинем в Египет. Шлюпы у нас здесь есть. Если я правильно понял эту миссию. Ну, надеюсь, правильно. Хотелось бы. По крайней мере, так сделать.
Ребята, я вас пока так переселять не буду, будете вместе держаться. Шлюп Венера, хотя, блин, это так опасно. Сейчас, не дай бог, кто-то меня лупанет, я не переживу потерю этих армий, если честно. Так. Что такое? Что ты... Что ты вредничаешь? Ну, значит, пешком пойдешь. Козлина такая. И тебе идти, в принципе, два локтя по карте, это там уже. Ничего, да, не поменялось? Да. Так, что здесь? Пока сидите. Пока сидите, не вижу смысла вас выводить. А, блин, я ж этот забыл. Шлюп торговый у меня ж в Египте стоит, можно кидать. Дальше в порты. Провтычил. Эффект от выполнения миссии континентальная блокада сошел на нет. Ситуация в империи вернулась к прежнему состоянию. Хорошо. Легкий цех построен в Швеции, литейный точнее. Так, ну давайте. Что? Блин, что такое? Что это был только что за глюк такой? Приходится эту гребаную Британию оплывать. В кое веки я, великая держава, сверхдержава, должен оплывать какую-то беспонтовую Британию. Че вы там тусите? Тогда я не знаю. Выплываете, что ли? Завершаем. Кстати, вон французский флот. Заблокировал порт. Союзников. Что, взять сейчас две своих шлюпки, пойти ему вальнуть? Так, улучшенный литейный цех. Готов. Полицейские участки. Это все хорошо, а я хотел бы поставляет строить линейные корабли. Да нет, ну это все как-то. О, продовольство, вот это мы сейчас качнем. Вот это мы качнем. Так, все, добрался наконец-то ваш командир, который вас будет вести в бой. Ничего я не вижу. Может, это увижу на следующем ходу? Опять забыл, блин, торговый этот поставить. Ёлки-палки. Так. Обалдеть, вот это он мне кусок тут обрезал, падла такая. Падла. Так, надо, короче, плыть и валять ему триндюлей Франции здесь. Так, чья это земля? Понятно. Британии. Это чья? А, тоже Британии. Хорошо. Хорошо, я вас понял. Давайте сюда тогда. Так, ребят, ладно. Наверное, на этом все. В этом видео. В следующем видео будем разбираться все-таки, чья это земля. Вот здесь.
И мы это так не оставим. С вами был Рости, это был канал Rolygame Online. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки. Всем пока.